Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Представители этого имени – люди чаще всего прекрасные администраторы, организаторы, но им самим лучше также находиться под контролем или, по крайней мере, под сильным влиянием более спокойных и устойчивых людей. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Из них получаются прекрасные политики, общественные деятели, ораторы, писатели. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Часто владельцы этого имени отталкивают от себя потенциальных соратников и партнеров грубостью и несдержанностью. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.